они говорили, что очень стреляют, и очень они боялись ехать, и закрывали черной пленкой окна в поезде, чтобы их не видели оккупанты. Кохам дуже свого сина, зараз його притискам, притискам, притискам. Да, в Харькове бомбили нас. Мы стояли 2 часа, ехали за шторными закрытыми окнами, чтобы свет не проникал. Даже нельзя было телефоны включать, ничего. Было очень-очень страшно. It was pretty hard because roads in Ukraine are very full. Many people are trying to just get away because it's kind of scary to stay home right now.